30 апреля центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсе. На Дрезденском направлении наши войска, переправившись через реку Нейсе, прорвали укрепленные позиции противника. В образовавшиеся бреши двинулись подвижные соединения. Несмотря на трудные условия лесистой местности, изобилующие озерами и реками, наши войска продвинулись вперед на 15 километров и вышли к реке Шпрее, усилив свои войска 3 танковыми и 1 моторизованной дивизиями. Гитлеровцы неоднократно переходили в контратаки. Отбрасывая врага, советские пехотинцы, артиллеристы и танкисты уничтожили 56 немецких танков и самоходных орудий. Противник оставил на поле боя 1000 трупов своих солдат и офицеров. За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий, сбито 103 самолета противника.